Всем добрый день, меня зовут Андрей, это наше новое видео на канале Ремпроект. Давайте представим себе такую ситуацию, что вы купили квартиру в новострое, и, конечно же, купив квартиру в новострое, вы уверены, что у вас положены новые трубы, новые коммуникации, новая электрика. Это, конечно же, так. Но нужно понимать одну вещь, что застройщик очень часто старается экономить на материалах. И порой трубы и коммуникации, которые заложены в вашей новой квартире, не могут гарантированно послужить многие года. Сегодня мы с вами рассмотрим один простой пример. У нас был объект, квартира в новострое, где мы предложили поменять все трубы, ведущие к отопительным приборам. Так как увидели, что эти трубы имеют очень много стыков, и они выполнены из полипропилена. Мы на наших объектах стараемся использовать цельные трубы из сшитого полиэтилена немецкой компании Rehau. Предлагали поменять все трубы в полу, он отказался. Мы их проверили, сделали опрессовку, но мы не можем дать гарантию, что эти стыки соединения не потекут. Слава богу, что оказался этот стык под плиткой в ванной комнате, и нам удалось его очень быстро найти. Обычно найти стык, который течет, очень сложно. По пятнам, которые на потолке у соседа, ты не можешь понять точно, где у тебя находится тот или иной стык, что у тебя конкретно течет. Теперь представьте себе, что этот стык, например, находится под паркетом, либо под паркетной доской, где, чтобы просто снять одну плашку, нужно целое мероприятие. Поэтому еще раз подумайте, лучше всего пригласить специалистов, чтобы они просмотрели эти трубы и сказали вам, стоит их менять или не стоит. Мы всегда предлагаем на наших объектах, практически во всех новостроях, менять трубы, ведущие и к отопительным приборам, и к сантехприборам, расположенные в санузлах. А сейчас мой напарник Станислав расскажет, почему именно трубы из полипропилена, которые чаще всего закладываются в новостроях, уступают современной трубе Rehau из сшитого полиэтилена, и какие могут быть последствия протечки этих труб. Всем добрый день, меня зовут Станислав, я много лет занимаюсь монтажом систем отопления и водоснабжения. К сожалению, частые причины протечки труб в новостроях являются как раз некачественно выполненные стыки полипропиленовых труб. Дело все в том, что при монтаже полипропиленовых труб очень большую роль играет человеческий фактор. То есть берется отвод, либо и труба, и спаивается. Плохие стыки полипропиленовых труб немного напоминают как бомбу замедленного действия. То есть несколько лет вы можете и не знать о проблеме, и в какой-то один момент этот стык даст о себе знать. Выявить это визуально практически нереально. Поэтому, если мы видим на объекте полипропилен, то мы заказчику рекомендуем поменять этот трубопровод на более качественные материалы. То есть это, как правило, у нас мы работаем с Rehau, немецким производителем труб. Покажу некачественный стык и стык, который реально возможен на объекте, когда здесь их тысячи происходит. То есть мы вставили, как многие мастера делают, потом идут там покурят, кофе выпьют, стык греется. Теперь отрезаем. Стык сделан в идеальных условиях, как у нас на столе и так далее. То есть видно, что оно все монотонно. Сужений никаких нету. Теперь попробуем отрезать некачественный стык. Теперь отрежем. То есть мы перепаяли и сузили сечение. Поэтому иногда во многих приборах просто нету достаточного давления. Уменьшается за счет сужения внутреннего диаметра трубы. То есть это элементарный пример. Это часто бывает на объектах. А теперь полипропилен выкидываем
И вот мы используем что? Рехау. То есть, что из себя представляет рехау? Это... Теперь я вам покажу, чем отличается система соединения рехау от системы соединения труб полипропилена, которую я вам только что показал. Во-первых, никаких сужений диаметра вообще не могут быть, потому что внутренний диаметр фитинга соответствует внутреннему диаметру трубы. Второе, здесь исключена ошибка человека, монтажника. То есть процесс очень простой. Итак, вы вставляете в кольцо, в трубу, надеваете расширитель, расширяете внутренний диаметр трубы, чтобы труба налезла на фитинг. Вставляете его в фитинг, прислоняете к кольцу. Так. Ошибка человека здесь просто отсутствует. Здесь нереально сделать некачественный стык. Этот стык, в принципе, может сделать любой, поэтому здесь человеческие ошибки исключены. Этот стык вам прослужит очень-очень долго, не создаст вам никаких проблем в будущем, поэтому мы выбираем систему рехау на наших объектах. Вот на наглядном примере мы вам продемонстрировали, чем отличаются трубы рехау, которые мы используем на наших объектах, от тех труб, полипропиленовых, которые заложены обычно в новостроях. Мы надеемся, вам понравилось наше видео. Ставьте лайки и не экономьте на трубах и мастерах. Всем пока! Давай, я снимаю. Да. Угу. И не сломай. Если его наклеить, она опять будет ломаться. Да. И не сломай. Она потом будет. Да, ее будет. Нет, ее наклеивается, она после побольше. Если ее нагреть, она опять выровняется, и ничего с ней не случилось.